Давно не выходила на связь, потому что у нас были гости. Я все еще в постели, уже придумала, ну, сценарий, план, не знаю, действий для нового видео, как раз для мужчин. Некоторые из вас просили, чтобы я рассказала кое-какие моменты именно со своей точки зрения, свои какие-то впечатления, мысли. Сегодня у меня планы пойти купить себе теплых вещей каких-нибудь, потому что я здесь без теплой одежды, и, может быть, посмотреть какую-то еще обувь, потому что я не знаю, когда я поеду в Ступино. Планы немножко поменялись. За вещами мне как-то отдельно туда не хочется ехать, потому что я еще в любом случае поеду туда, но когда это случится, неизвестно. Так, нужно вставать. У нас было все открыто на проветривание. Короче, мы замерзли. Я бы хотела еще тепла, я бы хотела еще теплой осени, а хочется всегда вечером выйти, как обычно, прогуляться за ручку. У нас вот такие вот тучи. Я была на пробежке, теперь такая грязная, потная, иду по аптекам. Очень советую вот такой вот скраб. Народные рецепты называется, на солевой основе. Если им пользоваться, особенно после тренировок каких-нибудь, то тело прям такое гладкое, упругое, просто вообще прям суперское. Собралась уже в магазин. Надо бы покушать. Буду есть, наверное, блины. Сейчас вам покажу. Вот. На самом деле блины вкусные. Просто выглядит не очень. Готовил их, кстати, мужчина. Такой вы меня еще не видели. В магазин. Как вы думаете, что-нибудь можно купить без денег? Взяла. Вот без чего я не могу жить. Как вам наша погода? Никому не кажется, что Сергей Чижов очень на Казанову похож? Купила два цветка. Алоэ и каланхоэ, по-моему, или что это такое? Купила, я не помню, что. Обожаю, кстати, запах после дождя, особенно в лесу или в парке. Это вообще такое чудо чудесное. Так что у всех, у кого идет дождь, советую, выходите на улицу. Бегом в парк! Только что снимала себя на том камне. Хотела сделать фотки. И что вы думаете, все ходили, пялились на меня. Кстати, знаете, как я делаю фотки? Ставлю на штатив камеру, включаю запись. И потом в программе просто делаю захват кадра. Первый есть. Второй. Собралась на почту, но перед этим нажралась чеснока. Теперь бы не попасться никому из знакомых, да и вообще не контактировать желательно с людьми. Сходила на почту, отстояла километровую очередь, убила буквально полдня на это. Подходила моя очередь, и я понимаю, что я просто взяла не ту платежку. Покупки. Покупала я моющие средства, ваниш, как обычно. Взяла такой Сантор для унитазов, мыло Дав взяла, туалетную бумагу, винограда немного, кишмиш, клетчатку взяла попробовать. Так, взяла стивию, как это называется?
Спагетти взяла сделать вместе с тунцом. Две голени взяла сейчас на бульон. И взяла арбуз огонек. Скоро арбузы закончатся, а мы так и не попробовали ни разу огонек. Если вы тоже не пробовали, бегом в магазин. Они самые считаются вкусные, сладкие и сочные. У нас так холодно. Это жуть какая-то. Вставать из-под одеяла вообще не хочется. А нужно. Очень кушать хочется. Итак, у нас целый день. Я лежала, все никак не могла встать. Кто-то начал трезвонить в домофон. Ну, ощутимо, что зажали кнопку, потому что он звонит без передышки. Это какая-то жесть, потому что я даже последнее время не гуляю сама. Мне не советуют гулять самой. После случая, когда там какой-то чувак в парке за мной наблюдал. После этого я выбегала снова на пробежку. И то же самое было. Я надеюсь, что это моя паранойя, но сегодня, честно, я просто в шоке. Кому нужно звонить, я не знаю, просто в дверь, потом просто никто не пришел и не звонил. Мало ли кто это был, но хрен его знает, честно. Короче, нужно приобретать себе газовый баллончик, или какой он там, перцовый. А вообще лучше пойти на какие-нибудь единоборства и давать по морде всем. Вот это времяпрепровождение. Да. Как вы понимаете, на улице холодно. Я давно не ездила в Ступино. У меня нет теплых вещей. Я сегодня собираюсь в кино, мне нечего надеть. Я пойду в мужском свитере. И так у нас каждый раз кто-то выкладывает прессу в подъезде на окно и пишет всякие лозунги. Слышите? Это вообще жесть. Это пи***ть. У нас недавно попалась мушка. Непонятно откуда, потому что уже холодно. Мы ее не трогали, и она лежит, теперь умирает. Классно. Погодка. Чтобы сходить за сгущенкой, пока кто-то делает блины вкусные. Смотрите, кто здесь. Кто здесь? Типа. Миссия выполнена. А как у вас погодка? Вчера ходила одна на фильм «Нерв». Очень его хотела посмотреть. И, знаете, я немножко подразочаровалась, потому что все самое такое экшен, интересное показали в трейлере, как обычно. Да. Бегу на фильм «Бриджит Джонс». Я такая довольная, пришла с кино, ну вернее еще и иду. Иду по магазинам, куплю продукты и домой. Скоро ждите мои впечатления о фильме, о Бриджит Джонс в частности. Да что ж такое, где ты там?